Всем добрый вечер. На своем канале я не просто продаю предметы коллекционирования, антиквариаты, я еще и рассказываю исторические факты. Сегодня предлагаю вашему вниманию банкноту 5000 рублей 1919 года вооруженной силы Юга России. Состояние унц. Выпуск Феодосия. Серия ЯГ-005. Немного истории. Вопрос о выпуске денежных знаков на юге России был поднят Деникиным в начале 1919 года в ходе совещания представителей вооруженных сил Юга России. По итогам совещания было принято решение о воссоздании государственного казначейства, которому и предстояло приступить к выпуску собственных банкнот. Ответственным за финансы стал М.В. Бернацкий, бывший министр финансов Временного правительства. Обратную сторону банкноты. С 30 августа 1919 года началась осуществляться масштабная эмиссия новых добровольческих денег, так называемых Деникинских колокольчиков. Денежные знаки Юга России печатались в Ростове-на-Дону, в здании бывшей конторы Государственного банка. К концу года колокольчики, однако, начали существенно обесцениваться из-за высоких темпов инфляции при лавинообразной эмиссии. 150 деникинских рублей обменивались на 1 французский франк. Частично в магазинах, лавках, а также на некоторых предприятиях и учреждениях началось кустарное изготовление собственных разменных знаков, выполняющих функцию денег. В разгар своих военных успехов осенью 1919 года белогвардейцы сталкивались с серьезной проблемой в населенных пунктах, оставленных красными. В обращении находились денежные знаки правительства РСФСР, совзнаки, изъять из обращения которых было нереально. По этой причине командование вооруженных сил Юга России приняло решение об обмене совзнаков на банкноты Юга России, но только до 500 рублей на человека. Отношение красных к денежным знакам вооруженных сил Юга России было противоположным. Советская власть не признавала их платежеспособности и конвертируемости, вследствие чего белогвардейские деньги постепенно теряли свою стоимость. К моменту эвакуации вооруженных сил Юга России из Новороссийска в Крым они разделили участь миссионера, обесценившись окончательно. Описание. Длина банкноты 227 мм. Ширина 115. Серия ЯГ-005. Водяной знак «Мозаика». Фотографию, где хорошо будет виден водяной знак, я покажу. Ну, будет при выставлении лотов на аукционе. Там будет на просвет сфотографирована фотография. Средняя стоимость на аукционах Украины такой банкноты в состоянии аунс. Унц от 380 гривен до 650 гривен. Состояние вот пресс. Характерный звук бумаги. Углы все целы. Банкнота в отличном состоянии. Украсит коллекцию любого коллекционера. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Изгибов никаких нет. Вот специально поднимаю, чтобы было видно. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание.